Я знаю, что у тебя есть муж. Применяешь ли ты эти схемы в жизни? Женщина, так сказать, за 30, вот, она реально ходит на встречи в Одессе, то есть не надо врать в чате, что там, да, я тебя люблю, трамвай куплю и встречусь с тобой, то есть, ну. Любимая моя, она приносит мне больше всего дохода, и это понятно, потому что я могу установить контакт с человеком через камеру, посмотреть, чтобы он заглянул в мои глаза. В какой-то момент я могу заплакать или рассмеяться. Если он что-то говорит веселое, конечно же, я такая: ха-ха-ха, ты такой смешной, дорогой. И им это очень нравится, они любят, когда от них просто там в восторге. И максимальное количество эмоций и максимальный спектр вот этих вот красок я могу показать больше на камере, конечно. И от своего лица, от своего имени, чем от лица другой девочки. И со своей работы у тебя получается самый большой заработок, со своей анкеты? Да. Я знаю, что у тебя есть муж. Применяешь ли ты эти схемы в жизни? К счастью, мне не нужно к этому прибегать, к этим способам, потому что я со своим мужем уже достаточно долго, и он знает прекрасно, чего я хочу. Я ему говорю об этом прямо, без намеков, не говорю, что я же твоя леди, пожалуйста, там, подари мне букет или так дальше. К счастью, все в порядке. А как тебе удается совмещать работу и личное отношение? К счастью, мы работаем. Have you been searching for a beautiful wife? Do you dream of meeting the perfect woman, but haven't found her? Well, imagine if there was a simple way this could all change for you. Imagine if there was a Canadian marriage agency that would introduce you to as many beautiful women as it takes until you find the one. Ukraine. A lost world of beautiful traditional women. At last, a place where you can find the beautiful wife you have always dreamed of. Every Ukrainian woman dreams of having a happy family. Now you can have a traditional beautiful wife from Ukraine, creating happy family memories forever. So what are you waiting for? Register right now and Skype our beautiful ladies completely free. So what makes us different, you might ask? Why not ask Google simply by searching Match Guarantee Reviews?